что это? Мне сейчас позвонили и сказали, ух, боже, помогите, я хотел бы заказать пиццу с изображением. Короче, я просто скопирую это вам. Ваш телефон слишком стар, чтобы читать тексты. Он читает вслух, символ за символом читает текстовую картинку девочки-кошки. Что? 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 Так, сейчас будет бог 80-го левела. Где там? Так, пятерка. Так. Изменить. Вот так вот. 99. Вот, вот теперь можно играть. Нормально. Скриншотик. Лига шляп. А, стоп, а я не копировал. Как мне это сказать? Не экипировал. О, я сказал это правильно. Нормально. Короче, достал ты меня. До свидания. Мне надо было сейчас. Какой уровень? Нормально. Интересно, будет тысячный? Так, а вот это мне уже не нравится. Ага, и теперь можно уменьшать. Так, ага, теперь. Теперь надо на 0.1. Неплохо. Неплохо. Только игра начинает жестко лагать. О, нет. 64. Нормально. 40. 40? Вроде да, потому что экран разбит, я нифига не вижу. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, игра. Игра, ты в здравом уме, твердой памяти? Вроде бы да. Игра зависла. Это плохо. Вот мы ждем, пока она отвиснет. О! Она отвисла почти. О, отвисла. Игра. Все, игра в здравом уме, твердой памяти. Почти твердой. А на самом деле она как си плавленый. И что? Почти. Почти заработала. О нет. Игра, хватит лагать. Игра прям что-то жестко лагает. Мы, по-моему, ее перезапустить. Так. А вот теперь игра начинает прям жестко лагать. И это что-то мне совсем прям не нравится. О, нормально. Почти. Нормально. Приехали.